Крутые футболки, толстовки, значки, чехлы и многое другое на всемайки.ру. Отличное качество, большой выбор, новинки каждый день. Можно создать свой дизайн. Скидка 10% по промокоду, ссылка в описании. В сегодняшнем топ-10 лучших игр для Xbox 360 я расскажу вам о самых интересных играх, которые выходили для этой приставки. Начинаем мы с 10 места, на котором располагается Crackdown. Игра про героя в обтягивающих костюмах, которые могут не просто быстро бегать, точно стрелять, высоко прыгать и ползать по небоскребам, но также бросаться автобусами и отбрасывать врагов на десятки метров ударами кунг-фу. Уже как-то даже и не верится, но все это было заполнено вполне себе серьезным и немного даже драматичным сюжетом. Играть во все это, разумеется, гораздо веселее в кооперативе. На 9 месте располагается Alan Wake. События Alan Wake происходят в вымышленном американском городке Bright Falls. Главный герой игры – писатель Alan Wake. Пытается найти пропавшую жену и сталкивается со сверхъестественной темной сущностью, овладевающей городом и его окрестностями по ночам. Находя разные страницы собственной рукописи, Wake понимает, что его приключения подчиняются сюжету написанного и забытого им романа. По мере того, как Алан все глубже погружается в тайну Bright Falls, тени сгущаются вокруг него. Когда тьма наступает, главным союзником становится свет. Враги черпают силу из тени, но боятся света. Чтобы выжить, необходимо использовать не только обычное оружие, но и любые источники света. 8 место – Ace Combat 6. Игроки смогут залезть в кокпиты своих любимых самолетов, смоделированных разработчиками в мельчайших деталях. В Ace Combat 6 представлены такие известные модели, как F-15E Strike Eagle, F-22 Raptor, Tornado и многие другие современные боевые машины. Кроме того, игроку дадут возможность командовать воздушными, морскими и наземными отрядами. На 7 месте располагается Red Dead Redemption. Вестерн на последних вольных стрелках Дикого Запада от авторов культовой серии GTA. Это грандиозный игровой мир, разветвленный сюжет, открытый игровой процесс и роскошные перестрелки в духе популярного боевика Red Dead Revolver. Игра представляет огромно открытый для исследования мир, живущий по собственным законам. Маленькие пригородные города с архаичным бытом, необъятные прерии, опасные каньоны, ущелья, перевалы и другие особенности дикой природы. Все это детально воссоздано с учетом законов физики и исторических реалий. 6 место – Dead Rising 2. Dead Rising все еще выглядит молодой и красивой. Только там, играя здоровым мужиком, можно переодеться в розовое платье и отправиться на переполненную зомби-парковку, сесть в серый седан и наяривать круги до тех пор, пока счетчик не покажет 40 тысяч убийств, а затем выйти из автомобиля и сделать парочку фоток на память. На 5 месте располагается Shadow Complex. Главный герой игры со своей подругой отправляются в лес на пикник, чтобы подышать свежим воздухом и побросаться камнями в белок, но вместо этого попадают в локальный ад. Клэр куда-то уводят под дулом автомата, а Джейсон пытается ее спасти, попадает в подземную военную базу с наемниками-головорезами и гигантскими паукообразными роботами. В Shadow Complex замечательно все – исследование, стрельба и история. На 4 месте располагается Forza Motorsport 3. В игре присутствуют 400 автомобилей и более 100 трасс. Forza Motorsport – масштабная и реалистичная гоночная игра. Игроки смогут насладиться хорошей графикой, небывалыми возможностями настройки автомобиля и огромным количеством машин. Тройку победителей открывает игра Fable 3. События Fable 3 разворачиваются через 50 лет после приключений, описанных Fable 2. Альбион готов к промышленной революции, но королевство в опасности. Fable 3. Прежде чем занять трон, вам придется через многое пройти. Участвовать в кровопролитных сражениях бок о бок со своими подданными. Узнать любовь и боль утраты. Все решения, которые вы будете принимать, окажут колоссальное влияние на судьбы всей страны и всех жителей. На 2 месте располагается Halo Reach. Действие игры происходит за несколько недель до начала событий первой части Halo. Halo Reach повествует о создании суперсолдат проекта Spartanis 2, первых атаках ковенантов на колонии людей и разрушении неприступной цитадели землян на планете Reach, после чего и началась кровопролитная война с агрессивными космическими тварями. На 1 месте располагается серия Gears of War. Серия Gears of War – одна из самых знакомых трилогий 7-го поколения. Это эталонно-мужские шутеры про кишки, отпиливание голов, драки на бензопилах, а также братскую любовь и шутки про совокупность. Купление. Игра, которая из набора запоминающихся сражений складывается в боевик колоссального качества и невероятно фантастическое приключение. За 3 части разработчики смогли превратить Gears of War в идеально выверенный механизм, удерживающий игроков у экрана ночи напролет. Спасибо за просмотр, с вами был Квантум. Не забывайте подписываться на мою страницу и группу ВКонтакте, там вы найдете очень много интересных новостей, ссылка на меня и на группу в описании. Также я буду благодарен, если вы посмотрите несколько моих забавных видео.